BYD Yangwang U8 – 5-метровый внедорожник с колесной базой более 3 метров. Дальность хода составляет 180 км, а с полным 75-литровым баком совокупный запас хода составляет уже 1000 км. Максимальная скорость ограничена 200 км в час, а разгон до 100 км занимает 3,6 секунды. Колеса в размере 22 дюйма и в многоугольные колесные арки незаметно встроен лидар, камера и указательный поворот. Автомобиль оснащен 38 датчиками, в том числе 3 лидарами и 16 камерами. Новый автомобиль не только оснащен скрытыми дверными ручками, но и оснащен аэродинамическими конструкциями на колесных арках и задних стойках. Давайте посмотрим интерьер, что они натворили в этом роскошном автомобиле. U8 оснащен водонепроницаемым корпусом и двигателем, защищен в соответствии с описанием степени IP68, что позволяет внедорожнику пересекать водоемы. Автомобиль получит действительно роскошный интерьер, и все сиденья обтянуты коричневой кожей Nappa. Yangwang U8 оснащен вертикальным 12,8-дюймовым изогнутым экраном. Также есть цифровая панель приборов и развлекательный экран для приятного пассажира. В автомобиле есть возможность заряжать телефон. Они еще создали вот такой мини-холодильник, что очень удобно подогреть и охлаждать напиток. При всей грозной внешности U8, его салон очень удобен, что довольно контрастно. Кратная форма задней части кузова подчеркивает общую брутальность BYD Yangwang U8, а восьмиугольный кожух полноразмерного запасного колеса соответствует строгим линиям экстерьера. Вот еще тут дополнительное место в задней части. Задняя часть автомобиля довольно большой, даже взрослые среднего размера поместится. Например, мой рост 1,68 м, с весом 58 кг. Внутренний материал двери из заднего часа заказывали из Африки. При открытии места зарядки свечки в боку машины автоматически осветятся. Для пассажиров заднего ряда предусмотрены два 12,8-дюймовых экрана. Также автомобиль оснащен аудиосистемой High-End серии Evidence с 22 динамиками, которые обеспечивают объемное звучание с эффектом присутствия.